Сегодня ранецей у Гомельское областное управление МНС поступило поведомление об минировании будинка Гомельского областного суда. До места здарения неоткладно прибыли правоохранники и иншие экстренные службы. Проведена эвакуация работников и наведвальников суда. У мэтах безпеки принятые меры по отшаплению будинка и прилеглой территории. Частку улицы Кирова перекрыли супрацовники ДАИ. После поступления сообщения об опасности было эвакуировано 27 человек. Сотрудники саперно-пиротехнической группы проверили здание, взрывные устройства не обнаружено. Суд начал работу в штатном режиме. Хотелось бы напомнить гражданам, что за заведомо ложное сообщение об опасности может грозить уголовное наказание сроком до 5 лет лишения свободы. Особа, якая мае дочинение до злочинства, устанавливается. Узбуджена криминальная справа. Правоохранники нагадывают, заведомо неправдивое поведомление об небезпеце, выбуху, подпале и инших денег, якие створают небезпеку, тягне за собой криминальную отказность. А кроме того, виноватая особа повинна компенсовать затраченные на проведение спецмероприемства сродки.